Продолжаем выпуск. Не 20 лет, а всю жизнь проведет за решеткой Игорь Дементьев. Напомню, 7 августа в Мамлютке он зверски убил свою знакомую Айнагуль Дюсекину и ее 3-летнюю дочь. За преступление 15 ноября Дементьев был приговорен к 21 году лишения свободы. Решение суда не устроило потерпевшую сторону. Брат погибшей посчитал такое наказание слишком мягким для Дементьева. С учетом возражения суд пересмотрел решение. Международный суд по уголовному делу Хасанской области от 15 ноября 2019 года в отношении Дементьева Игоря Владимировича изменить. Назначено Дементьеву Игорю Владимировичу наказание по статье 92 части, 99 части 2, пункты 1, 3, 5, 14 в виде 20 лет лишения свободы заменить пожизненным лишением свободы.